Ну что, дорогие друзья, Москва, Кремль, 24 октября 2016 года. Мне кажется, войдет в историю этот день, как день, когда на территории Московского Кремля, в Большом Кремлевском государственном концертном зале, был отмечен праздник. Все сегодня поздравляли друг друга, говорили с праздником, был гала-концерт. В этом прекрасном Кремлевском дворце, посвященный перекрестному году России, Греции. Выступают такие прекрасные артисты, как Ксения Георгиадия в Клит Кюрдзидис, братец Сахуридис из Греции, Константин Аргирос, Сакис Рувас, византийский хор, сретенский хор. В общем, очень много того прекрасного, что представляет культуру наших двух стран, России и Греции. И воистину, этот год был очень замечательный, он был богат на всякого рода мероприятий культурного характера. Были открыты очень много памятников. Памятник греческому легиону в Крыму и памятник Ольге в Салониках. Было издано много книг, снят фильм. И, в общем, слава богу, что этот год прошел. И он идет еще он будет идти до конца еще 2 месяца. Но дай бог, чтобы те ростки, которые мы посадили в этом году в наших отношениях российско-греческих, дай бог, чтобы они дали большое поле пшеницы, плодородное, для наших двух великих православных держав. Будьте здоровы!